Здравствуйте. Покажу вам свою вот новую страничку, разворот новый со сказкой «Три поросенка». Вот такая у меня получилась страничка, разворот такой вот с двух страничек. Вот такие вот поросятки, волк, ихние домики. Вот поросятки и волк. Это пальчиковая игрушка. Вот можно одевать, играть. Вот такие вот домики. В домиках крыша улетает. Крыша снимается. И здесь, и здесь. Поросенки в домикусе. Можно посадить поросенка в домик. Утеплился. Вот этот домик кирпичный у нас. Открывается вот на липучке. Держится. Открывается крыша, на крыше вот держится. Волк проходит сюда вот в трубу. Можно его вот пропустить. И попадает он в казан. Такой вот домик. На домике дверка открывается на петельке вот. И петель, вот кирпичики отлетают с этой стороны. Вот такой у меня вот разворот получился. Вот, продолжаем дальше работу. До свидания. До новых встреч.